Всем привет! Последние 3 дня дико болит голова и все леет, нет сил. Ладно, сейчас не об этом. Давайте с вами поговорим, знаете, о чем? У меня были планы и цели на 2023 год, и из них практически ничего не получилось выполнить. И давайте с вами поделимся этими планами. Что бы вы хотели в 2024, и что бы вы очень хотели в 2023, но не получилось. Я начну, вы продолжайте. Я бы очень хотела научиться делать красивые прически, укладки. Соответственно, я хочу стайлер-дайсом. Потом я хочу увеличить грудь и сшить диастаз. Я хочу съездить в Москву, в Питер, и съездить на море. Я хочу новый iPhone. Ну, это пока что так. Нет, я бы хотела, конечно, обновить. Ну, 16-й, когда выйдет 16-й. 15-й не хочу, 16-й хочу. Потом я бы все части книги Гарри Поттера от Расмэн хочу. Начала читать. Философский камень. У меня есть только она. И тайная... Ой, нет. И узник... Нет. И принц полукровка. Все, больше других частей нет. Поэтому еще остальные части хочу. Я бы хотела повысить свое количество аудитории. Я бы... Вообще у меня в планах на 23-й год было хотя бы до 100 тысяч подписчиков набить. Но у меня там сколько? 340. Почти получилось. Пока что из того, что я вспомнила, потому что я еще не садилась и не писала планы на 24-й год, что бы я хотела сделать, знаю точно, что я собираюсь очень много работать. Следующий год – это год, когда у меня ребенок уйдет в садик в сентябре. Ну, правильно, год почти. Но, тем не менее. И мне нужно будет где-то что-то делать, потому что сидеть дома я не хочу. Мне хватает. И когда ребенок пойдет в сад, мне однозначно нужно чем-то заниматься. И чтобы это что-то приносило доход. Вот. Короче говоря, мои планы на 24-й год – это в разы увеличить свой доход, найти себя, свое занятие, начинать мне нравится снимать, общаться с вами, надо работать над качеством контента и картинки. Потому что я понимаю, что не очень интересно смотреть некачественную картинку и неполную. Короче, как-то так. А еще надо избавляться от слов-паразитов. Как-то так. Пишите, что бы вы хотели. Ой, ребенок психует. Свои планы. Что хотите изменить. Что хотите нового в новом году.